Фруктовый сад, город Константинос, команда молодая, поэтому желательно ее поддержать, ну, больше чуть-чуть. Хорошо, друзья? Хорошо, друзья? Отлично, отлично. Хорош. Давай для начала познакомимся, что ли? Нет. Это Миша. В детстве родители Миши роняли его на пол. Судя по Мише, у них был кафель. Это Юра. Юра армянин. Если Юра сует свой нос не в свои дела, обратно он его уже не высовывает. Он у него застревает. Ну что, Симаки? Так, стоп. А где Толик? Это Толик. Толик самый ярый фанат игры Subway Surf. Только он додумался бегать по крышам семикаракорских автобусов и собирать мелочь с помощью магнита. Слышь, Толик, а где ты был все это время? Да я под Владимиром отдыхал. Ну и как? Нормальный мужик. Ну, это-то понятно. А вот мы выходили, где ты все это время был? Почему не вышел? Мне не нравится ваш выход. Ну и что теперь делать? Давайте совместный выход. Ну, давайте попробуем. Добрый вечер, Семикаракор! На сцене команда КВН «Фруктовый сад». Самая мужская команда КВН. Не верите? Никто не верит. Ну вот, мы теперь все в сборе. Можно начинать. Поехали! В семье жонглера сын подкидыш. Человек-паук. Блин, меня кто-нибудь научит сегодня свистеть или нет? Самый стеснительный дагестанец стреляет на свадьбе из пистолета с глушителем. Новая подушка безопасности вне новой Лада Гранта. Юра, Юра, я хочу стать полицейским. Ну, не кайф тебе. Нет, ты не понял. Я хочу стать плохим полицейским. Ну давай, что ли, порепетируем, хотя попробуем. Давай, я забегаю. Ага. И всем ору. Лежать, лежать. Ну давай, попробуем. Поехали. Всем лежать, это полиция! Плохой полицейский, плохой полицейский. Акула расист, потому и белая. У всех, наверное, была такая ситуация, когда идешь по парку, видишь муравей, ты такой наступаешь на него, поднимаешь ногу, а муравей все-таки остался в живых. Давайте посмотрим на эту ситуацию глазами муравья. Случай в парке. Какая сегодня прекрасная погодка. Смотри, сколько людей собралось. Прямо вот классно, да? Ишь, семки есть. Юля, беги! Чё стоишь? Семки у неё! Случай в аптеке.
Здравствуйте. Можно пачку презервативов? Конечно, можно. Где вы были 9 месяцев назад? После долгой совместной жизни супружеская пара решила поиграть в морской бой. Б2! Ранил! Б2! Ранил! Б2! Да ранил, я говорю! Мучайся, стерва! Обычный случай в маршрутке. За проезд передай. За двоих возьми. Сдачу забери. Ну что ж, на сцене была команда КВН «Фруктовый сад». Вроде бы поставили для разогрева, но мы так разожгли. Спасибо.